Ну что, черви, страшные, бесстрашные. Пойдем на рыбалку. Кто тут, блин, доброволец? О, видали? Ну что, подсыпаем маленько сюда землички. Сколько их тут? Выбирай любой. Добровольцы, айда. Эть, ловим. О, какой красавчик. Иди сюда. Так вот, ой, думала это. О. С нами на рыбалку сегодня едет эхолот, который мне муж подарил на Новый год. Заряжался сегодня 6 часов. Ну, теперь я точно буду знать, есть там рыба или нет этой рыбы. В общем, у нас снегопад. Немножко отлетел дворник. Мы его починили. Мы, короче, едем. Нас ничего не останавливает. Так, приехали мы, разложились. И знаете что? Мы сегодня не на снегоходе. И даже не пешком. Мы сегодня на охотничьих лыжах. У меня вот валенки. Ой. Сейчас будет потеха, как я буду ходить. Надо было резиночки приделать. Слушай. Да. Ну, можем и тут. Короче, я первый пошел. Ой, иду я тут, иду такая на лыжах. Ух-ух, Юра сказал, говорит, снимай. Лыжи тут, говорит, можно так дойти. А я что-то уже хорошо их одела. Ребят, хочу сказать, без лыж тут не пройти. Я вот за камерой вернулась. Это очень тяжело. Сейчас ползком побегу, поползу до лыж. Надо было на лыжах возвращаться сюда. Ой, главный рыбак мне все уже протоптал. Сейчас просверлит, пока я приду. Фу, пока я тут в снегу качаюсь. Ой, вообще, как классно. Сегодня крещение, между прочим, 19-е. А я принимаю, кто водное крещение, а я крещение снегом принимаю. Ну, а без лыж это приблизительно вот так вот. Опа! И выкарабкиваешься вот так вот, обязательно ползком на лыжню. Ой. Вот. Иначе будете очень сильно проваливаться. Ой. Не на коленках тут нельзя ходить. Колени тоже придают дополнительный упор. Придаю дополнительный упор. Вот вам лайфхак. Все, побежала на рыбалку. Пока я пришла, Юра уже все расчистил. Небольшая наледь. Завел супер стиль. Юра, как настроение? Ну, да, кстати, не сильно большой лед. Слушай, не сильно толстый, да? Ага, нормально. Натаптывают, видишь? Ага, ну тут вот место хорошее, этот завальчик прям вообще. Завальчик, так. Тут видишь, как заводь идет. Да. Тут должна рыба шарахаться. Ну, мы, слушай, когда здесь были, прям в этом месте очень крупную ловили. Мы вот там вот ловили, вот там вон. Да, и мы там же ловили. Ага, ну, короче, сейчас посмотрим. Так, что, первую глубину смерим. Глубину. Ага. Ох, самосвалом прямо, все как у путных рыбаков. Нормальная глубина, слушай. Ого. Слушай, так-то очень прилично, я хочу сказать. Слушай, может, ближе к берегу? Не, нормально. Нормально? 2 метра почти, 1,80 м. Ну, тогда отлично. Может, ты знаешь, маленько в шахматном порядке вот так попробовать? Ну, сейчас пробуем, сейчас да. Раскидаем.
Ага, так, ну все, я давай снег кидать. Ну давай. Давай, давай, все, сейчас. Вот так откидываем. Туда или вот туда? И сюда, и вот туда. И туда, да? Да, вот до дерева, ага. И вот сюда немножко. Все поняла. Вот тут сильно глубоко. Где? Так, 1,80 м, чуть ближе к берегу надо, ага. Подготовка заряжен и холод. Заряжен он у тебя, да? Да, заряжен. Читаем букварь. Подготовка если и холод. Холод. Все, сейчас будет рыба. Никого не отдадим. Мы выучили букварь. Сейчас будем думать. Сейчас первое это. Да, решили прикормку вначале прикормить. И посмотреть. Глухозимье жуткое. Либо погорела рыба. Погорела, то ли разбежалась. Да нет, она уже бы пришла, если бы она была. Может, еще не время, конечно, но тоже слабое утешение. Так, наши водные глаза Калипсо. Будем там к водяному в гости заглядывать, в его хоромы. Че он там прячет от нас? Бумажку, ладно. Пригодится. Так, мне только не закрывает. Ага, вдруг клюет. Прозеваю это все. Все пропало. Так, как-то там включить? Включить. Выкол-вкл. Это для телефона. Ага, так вот она, подожди, вот она. О, включить. Ага. О. Включить Калипсо. Так. Это мы опускаем. Так, подожди-ка. Этот колпачок он. Надо снять, наверное. Нет? Нет. Ага, камера, так. Камера. Ладно, сама, все да. Отлично. Ну вообще сама, так-то все легко и просто, да? Сама камера, да. Так, что видим? О! Что-то видим. 1,3. Что мы тут видим? Что мы тут видим? Так, покрутим ее. Рыба есть тут плавающая? Один лед. Так, немножко пробурились. Наверное, пойдем в другое место. Тут минуток 10 побыли. Решили, что очень большое течение. Пойдем вот туда. Сейчас весь скарб перетащим. Я пока главная тут. Главный смотритель. За снастями. Черви злые, бесстрашные. Удочка не потопляйка. Ну, я тут такой рыбак. В общем, у нас перебазировка. Тут лед тонкий. Видать, течение сильно большое. Не можем выставиться. Ну, в общем, новое место придумали. Едем. Очень удобно ходить. Покажи, что-то валенках-то удобнее. Короче, мучаем на новом месте удочки. Решили дразнить с умным лицом. То приблизительно так идет рыбалка, когда не клюет. Так, тут не клюет. У меня тоже не клюет. Лыжи стоят. Бачки под живца. И никого нету. Время 11 часов. Рыба уже должна проснуться, если бы она тут была. Рыбачим на червячка. Вот маленькая мормышка и тоненькая лесочка. Но пока поклевок нету. Глухозимье. Глухозимье у всей рыбы. Посмотрели
выхолот Калипсо. Но тоже пока глазами ничего не приметили хорошего. Пока вот так. Уже насыпали еды рыбкам, накрыли ей столы, в ресторан пригласили. Не хочет. Вот сидим, смотрим. И вы с нами смотрите. Вот наша первая добыча, которую мы выловили. Вот он какой. Язь. Красавец. Ну такой под язок, ну крупненький, хороший. Прямо, слушай, на тебя похож. Честно, да. Ребята, отправилась я искать промойны, потому что клёва нету. Либо замор на реке. Только начинает отходить. Либо, я не знаю, либо глухозимье. Вот тут вот такой интересный на маленькая речка тут впадает. Тут вот теоретически вот может быть ключ, живун. Но пока что топаю. Тут неплохой есть омут. Сейчас по берегу до него дойду. Ну, хотя бы топтану дорогу. Потом посмотрю. Будем, может, перебазироваться сюда. Места, конечно, шикарнейшие. Просто песня. Там оставила хозяина. Вон нам, мне вон туда вот надо. Так что по речке не пойду, потому что могут быть промоины. Прикольно так идешь. Чов-чов. Ну, конечно, приятно осознавать, что под тобой по пояс снега, а ты прям очень уверенно идешь. Я, знаете, настоящий хант. Да, многие спрашивают, почему у нас такая рыба бывает ловишь, и она не дергается в это время. Знаете, потому что нету кислородного баланса в реке. Тоннами гибнет, задыхается рыба. Ну, вот поэтому сейчас уже потихонечку начинает отходить. У нас минус 6 с минус 50. Ой, с 46 прямо было. Вот, оттепель хорошая. Вот, так что, ой, прям, знаете, провалилась одна нога, вот сейчас покажу. Вон, видите, как, ой, это не схватывает. Вот, а вторая тут, съезжаю. Вот, надо повыше становиться. Вот, так что ждем уже, когда забьют ключи, потихонечку начнет отходить водоем. И, конечно, рыба прячется. Ой-ой-ой! Рыба прячется в больших ямах. В любом случае вся рыба не гибнет. Но, конечно, этот год и последующие три очень мало было воды. Уходили в зиму. Конечно, поголовья рыбы очень мало стало. Вот, так что лет 5. Ну, я так думаю, я же, конечно, не профессионал. Вот, но я думаю, будем еще долго ждать. Да, вот видите, как выглядит рыба, когда в водоеме не хватает кислорода. Она краснеет. То есть следующий этап, это уже все, это смерть наступает. То есть вот это водоем, где мы были, рыбки скоро не будет. Наш рыбацкий выезд заканчивается, подходит к концу. Время 2 часа, будем потихонечку возвращаться домой. Улов, ну, можно сказать, вообще никакой, но кое-что удалось добыть. Ой, тут маленько. Так, что давайте тут посмотрим, что тут мы добыли. О, вот что мы поймали. Одна сорожка, вот такая большая, вот такая, вот такой подъязок. Вот, ну и 4 живца. Все, это все, что нам удалось сегодня поймать. Ну, такой день. Все, движемся мы вперед. На санях. Сани позади, лыжи впереди.
Мы тут на лыжах, вот лунки набурены, вот рыбки, рыбка накормлена. Ну, а мы пошли домой. Да, лыжи? Пошли домой? Пошли домой. Ну, как сегодня впечатление от рыбалки? Да, я вообще очень рада, что вышла на рыбалку. Даже нисколечко не жалею, что не поймали. Без улова остались. Ну, время сейчас такое. Массу эмоций положительных получили. Мы тут скатывались с горки, но надо было в залив попасть. Там решили порыбачить. Я скатилась, упала в сугроб. Юра упал в сугроб следом с Саней, через него на меня. Ой, я так хохотала, так смешно было. Вот, ну, я считаю, что хорошее настроение все равно очень много значит, да. Вот. Кому понравилось с нами рыбачить, отдыхать со мной, ставьте пальчики вверх, а за подписку обнимаю. До новых встреч и всем ни хвоста, ни чешуи.